Друзья, меня зовут Виктор Баринов, я сегодня веду наше торжество. Моя прекрасная ассистентка, певица Светлана, наши операторы Дмитрий и Екатерина. Поэтому по всем вопросам, которые будут возникать, пожалуйста, просим к нам обращаться. Я хотел бы открыть это торжество простыми словами. Вы знаете, можно было бы зачитать какие-то стихи, можно было бы выучить какую-то заумную фразу, но у нас, в нашей стране, есть очень простые слова, которые можно начать любое торжество. За ваше общее здоровье! Ура! Ура! Я хотел бы сейчас, чтобы мы с вами, пока вы угощаетесь, поближе познакомились с нашим замечательным юбиляром. Я когда читал его биографию, мне очень понравилось, что Виктор Васильевич всегда занимал активную позицию, всегда старался не оставаться в тени. Давайте заглянем на нашего юбиляра от первой до последней буквы нашего алфавита. Вот кто мне скажет, что можно сказать про Виктора Васильевича на букву А нашего русского алфавита? Что он за человек на эту букву? Активный. Активный. Прекрасно. Аккуратный. Аккуратный. Авторитетный. Авторитетный. Аккуратный. Прекрасно. Видите? Аппетитный. Аппетитный. А жена-то как сразу залобалась, а? Она даже не знала, что так женщины будут говорить. Прекрасно, друзья. Вот давайте в таком же духе и продолжим. Буква Б. Thank you.